Ефимовский проспект 26. Здесь не был еще ни разу, кстати, на удивление. Так, следком с выключенным сигналом. А, ну здесь я уже был. Все, я понял. Нахимовский проспект 30/43 аж. Морские темы. Ну только тебе вот это институт океанографии, если не ошибаюсь. Или океанологию. Не, не совсем здесь. Здесь у нас какая-то сертификация, точно.
вначале хотел пойти этим бульваром, но там, в принципе, не так интересно. Пойду здесь лучше. Давно не был. Да, и в этом здании был я, когда я регистрируешь юрлицо, сюда надо приезжать, чтобы в какой-то вестник внести данные юрлица. Причем это обязательно какая-то пошлина там, такая бумажная какая-то работа. И вот это единственное, по-моему, место в Москве или по району, куда надо отвозить было. Непонятно вообще, совершенно бессмысленная работа. Это можно будет сделать электронно очень легко. Так вот, сколько человека часов тратится. А, институт технологии, по-моему, следующий. Не помню. Нахимовский 32. Нахимовский проспект. Сейчас пройдусь, еще сделаю пробежку. Очень много строек. В каждом квартале что-то строят, причем такое высотное, масштабное. Так, я почти дошел до Профсоюзной, кстати. Метро и улицы. Да, вот институт океанологии Шершова. Тут был в академкниге, как-то утром, в Букинисте, обнаружил кучу литературы по океанологии, гидрологии, гидрографии там и так далее. Акустики, я эти дисциплины не знаю. Оказалось, что в библиотеку отнесли личную домашнюю библиотеку какого-то известного океанолога. Я даже его находил в Википедии, в словарях, какой-то исследователь полярный, неполярный. Забыл фамилию. Вот. И мы даже купили книжку про морскую качку в рамках нашего там дела одного. Все мои познания в океанологии в последнее время, что я помню, это только чтение Питера Уотса «Blind Snow», «Тревожную слепоту», про рифтовую долину Хуана Хука. Все вот эти вот бентосы там и так далее. Очень большая тема, глубокая, буквально и фигурально. Мне надо разбираться, у меня очень поверхностное представление. Но интерес. Поля цветут. Вернее, зеленеет. Моя любимая булочная. Просто булочный номер 7. Странно. Раньше называлась булочная Фокина. Одна из четырех. В Москве или из пяти. Так, подхожу к Профсоюзной. О! Здание библиотеки. Что-то здесь строят. Где пожар был. Библиотека-архив, она, по-моему, как так называлась. Что-то такое там. Ковер.
Сейчас окрестности метро Профсоюзки сниму и побегу дальше. Все равно жарко, несмотря на дождик. Духота спала. Нахимовский 42. Так, оборудуют красную икру. Тридцать, нормально. Молния фигачит. Фига себе дом построили. У него еще я тут заходил, вообще ничего, даже намека. Офигели. Быстро как. Нормально. Я, наверное, на ту сторону. Это, конечно, дом. Отгрохали. Быстро. Вояки здесь зачем-то. Второй мировой. Очень странно. Улица Профсоюзная.
пройду ли я тут. О, привет. Я пройду тут, ладно. Чик. Котовский. Так, кто это у нас? Интересно, такие листья. Просто так в траве такая штука растет. Неожиданно. Перекрыли все заборы. Не пройти там просто. Просто так не пройти. Что же скользко ж. Так, я почти забил место на карте. Союзная 36. Thank you.